Добрый день. Ну и эпопея с пассатом продолжается. Значит, снял я крышку, куда забивается сальник. Поставил новый. Мягенький викториенец. Вот его номер. Старый сальник был боком забитый. Ну и он дубовый. Хотя режущая кромка у него есть. Ну, просто он дубовый. Наверное, то, что был боком, стоял. И поэтому тёк. Но еще вот эти вот рисочки, вот эти вот, видите? Они здесь такие глубокие. На том сальнике, на новом рисовском, они поприятнее, чем на вот этом бушном. И на бушном ни одного опознавательного знака нет, что это. Дальше педальный узел. Не хотел его целиком менять. Они одинаковые узлы, я посмотрел. Значит, здесь вот выбиваете вот эту оську. Вот здесь шлицы, имейте в виду, мелкие-мелкие шлицы. Педаль переставляете туда, но оська вставляется вот так, да? Но она до конца не забивается, где-то вот чуть-чуть шлицы не дают. И молотком здесь не ударить. Значит, предохранительный ящик опускаете вниз, вот эти защелки открываете, опускаете вниз, и тогда здесь вот можно ударить, вот, вот она, видите, вот ее шляпка торчит, вот она, тогда молотком здесь можно ударить и забить. Сейчас забиваете, все, педаль встает, педаль. Тормоза я не менял. У нее конфигурация такая же, как у этой. Изгиб. Разница только в этой площадке. Я взял, сделал шаблон по той педали. Наложил. Заметил, что эта сторона одинакова. То есть она только в эту сторону увеличена. В левую. Положил вот так вот. И здесь совместил край. И прям по месту здесь машинкой отрезной отрезал. Ну, чтобы быстро не летели. Рукой так держал просто, чтобы не прожечь ковер. Вот. Значит, поставил. Педаль эту переделал. Так, тормоза. Сцепление поставил. Дальше столкнулся с такой проблемой, что не к чему прикручивать цилиндр. Сцепление. Дырка в кузове есть, заводская там была заглушка, я ее вытащил и все. А шпилек крепления нету. Значит, отсутствует вот такая вот часть, видите? Вот этой нету. Вот взял другой вакуумник. Буду сейчас все-таки снимать вакуум полностью с тормозами, откручивать эту и переставлять эту штуку. Ну, вот такая вот ситуация. Ничего не поделаешь. Придется разбирать. Хотя это не хотелось сделать. Ну, предстоит мне сейчас это все сделать. Вот такая вот ситуевина. Вот. Вчера просто не было времени заниматься. И позавчера каждый день работал на тракторе. Вчера 12 часов. И уже силов не было. Ну, пришел вчера в 12, вот до 2 часов поковырялся, с педалями поборолся и все. Ну, вот сейчас продолжается. Буду делать эту фигню. Сальник поставлю. Еще не можем найти. Кто-то запчасти мне должен. Щит этот тонкий жестяной, который между двигателем и коробкой. Найдет этот щит. Ну, уже буду ставить маховик и ставить коробку. Пока сегодня вот задача с цилиндром сцепления, с кронштейном разобраться. Это на сегодня, в принципе, важная задача. Тут до хрена работы. Тут АБС. Понимаете, сейчас все это надо снимать, чтобы снять кронштейн. Не 5 минут, далеко не 5 минут. Вот я поставил этот кронштейн, куда крепится цилиндр сцепления главный.
Так, что делал? Открутил, значит, изнутри три гайки, вытащил сюда вперед моторный отсек, вакуумник. Полностью не вытащить, тогда надо трубки откручивать, шток не выходит оттуда. Чтобы шток вышел, все откручено, проводку, всю фигню, не стал ничего делать. Взял эту железку. Вот она, видите? Вот она держала раньше вакуумник. Я вот так прорезал и через шток вытащил. В новой также сделал прорезь, только маленькую, тонкую-тонкую. Просунул через шток и одел. Ну, никуда она денется, никуда она не денется. Жесткость тут нормальная. Ну, щели-то, ну и что? Она же на винт не берет, она только на отрыв будет она держать. Все, завел туда, все собрал. Резинку там еще поставил, ту специальную под цилиндром, короче. Вот так вот, тут попал, видите, трубку. Все закрутил. Стал ставить сальник. Значит, что, резьбы не было на этом болту. Вот. Вот на этом поддонном, видите? Вот, поставил от опеля. На 8 перерезал. И на болт восьмерку закрутил. Вместо шестерки. Ну, другого варианта не было. Площадки у меня такой сейчас не было, этой корпуса сальника. И человек не готов был платить. Ну, 500 рублей, не знаю. Ну, короче, перерезал я ему резьбу. Собрал, поставил и все. Ну, такая вот фигня, значит. Поставил на место вакуумник. Все. Завтра буду продолжать собирать уже сцепление, скорее всего, и коробку ставить буду. Ну, наверное, если работы завтра на тракторе не будет, а то 2 дня подряд была работа по 12 часов, и поэтому мне не было смысла заниматься этой машиной. Ну и времени не было, потому что я уставший приезжал и уже ни на что не стояло. Спасибо, до свидания.